хочу задонатить робоксы, но как их купить? В игре всплывает ошибка, платеж не проходит. Для игроков из России и Беларуси робоксы покупаются через сайт playrock.com. Playrock.com — это маркетплейс игровых товаров и услуг. 300 робоксов по скидке 13% за 349 рублей. Донат осуществляется легально через официальный магазин в игре. У меня сейчас на аккаунте 0 робоксов. Быстренько регистрируемся на данном сайте, чтобы продолжить свои покупки. После покупки вы получите инструкцию по получению товара, и у вас строится чат с продавцом. 10 минут, и все готово. Купленные робоксы уже на аккаунте. Playrock.com имеет более 500 000 отзывов, оставленных после покупки, гарантии на получение товара и возврат средств сотни тысяч игроков донатить через сайт. Покупай робоксы, трать их на все что угодно. Я купил геймпас в «Земля 3 пчеловода». А также предметы питомца, транспорт, наборы и другие предметы в любимых играх. Не сиди без робоксов, монитори лучшие цены и закупайся на playrock.com. Ссылка на робоксы в описании. Ребята, огромный приветос, на связи Вадимос. И смотрите, я зашел в игру. И смотрите внимательно чат. Смотрите, что мне дали. Посмотрите, что мне надавали. Старек, рефрешн, диджитал бег, робопасы. Мне вернули паки. Смотрите, ребятки. Что ж, если вы поставите много лайков, то я вас обновляю спидран. Смотри, 25 лоды дайсов, 5 фестибинов, 5 суперсмузиков. Нормально, ребят? Скажи, Digital, ребята, она вернулась. Да, не спрашивай, столько рисов? Мне слушать приятно, на самом деле. Тут даже что-то есть. О май гад. Жизнь обрела смысл, да? 2 яйца уже. Ну, слушайте, неплохо тут, на самом деле, все. Много даже не знаю откуда, но... Стоп, я могу повторно покупить. Да. Нормально, да, Тима? Скажи. Ну, не знаю, дадутся оно или нет, лучше не проверять. Но если вы поставите, ребят, 500 лайков, я куплю какой-нибудь пак и проверю, дастся ли он мне опять. Реально, погнали, такой прикол сделан. Вот. Так, ну что, Digital вернули? Божечки, какая радость. Блин, да? Скажи. Чё? Так, у меня вот ряд для ивентовских, поэтому когда будет новый слот, тогда и будет Digital. Вот, сейчас глянем. Такс. Это, можно сказать, и возобновление спидранчика, и все такое. А, я могу уже купить? Поехали. В чем проблема, боже? Не знаю, откуда у меня 8 миллиардов. Ну, какая разница, ребята. Digital возвращается домой. Я рад. Конечно, вау. Все, родная домой вернулась, блин. Наконец-то. Ну, приятно, что паки вернули. Я не знаю, как он это сделал, но... Как видите, мне вернули. На основу ничего не вернули. Нехай тут еды, оказывается. Пу. Я не помню просто, когда я заходил, но тут нормально так ресов. Приятненько, так скажем, да? Фу-фу-фу. Робобир в пати кейк? Что, подожди. Стоп, я заходил или это не заходил? Подождите, по-моему, на видосе заходил, что-то мне стрёмно. Никакого хрена, откуда это все? Так, кстати, кто-то мне написал в комментариях, что он спокойно без гамми-маски контактирует с медведем. Давайте проверим. Не, подожди, я не играл. На моем аккаунте какой-то добряк играет? Или это я уже настолько улетел куда-то, что спутал жизнь с реальностью? Просто когда? А, нет, это я играл. Боже, все. Успокойся, нормально, блядь. Да я уже запутался. Так. Видите, он меня не пускает. Видимо, нельзя мне с ним базарить. Ну, не знаю. Может, с гамми-ботами он и поймет что-нибудь. Так. Ладненько. Вот такая радостная новость, что паки вернули, так что заходите в игру. Версия 485. Ну, думаю, уже на любой версии вернет вам это все. Всех благодарю за просмотр. Видосик был, как говорится, небольшой, но интересный, позитивный. Надеюсь... Ты зарядился позитивом? Все. Собственно, счастливых выходных, прекрасных дней. Скорее всего, сейчас стрим запущу. Сейчас 22 часа. 0-1 минуты я закончил записывать. Там пока выйдет, пока все это. Ну, в общем, посмотрим. Все, ребятки, давайте. Следующий видосик уже скоро. Больше лайков, больше годноты. До скорых встреч. Счастливо. Давай.